Свадьба у вас, да? Да, у нас свадьба. Здесь есть невеста. Невеста. А ты тут жених. Улыбнись, что ты смотришь на меня? Сейчас, ты, ну, руки не сюда, я сама знаю, что делать. О, это принцесса. Скучно, правда, принцесса какая-то. Сегодня чудо какое-то. Не барабань. Карина, иди к нам! Она там! Ставьте ближе друг к другу стулья! Ставьте подвесить! Ближе! Я влезла! Да, хочу говорить. Что пошла, но там другой сектор. Надо же вот смелее быть. Ты сиди, молчи. Рыбочка такая, ямочки. Еще нас снимите. И бояться не надо. У нас тоже было сфотографировано. Это типа как портретики делают. Творческих мастеров. Кто-то рисовал, кто-то делал букеты, кто-то какие-то поделки из природного материала. Кто-то пытался впервые в жизни быть модельером и парикмахером. И конкурс модельеров и парикмахеров мы начнем с парикмахеров. Порядок таков. Модель проходит вокруг нашего круга, то есть по подиуму, так называемому. А модельер рассказывает, либо описывает либо свою модель, либо ту прическу, которую он сделал. Понятно? Понятно. Первыми конкурс причесок начинает первый отряд. Только медленнее, медленнее. Заходите к нам в отряд, тоже сделаем такие. Парикмахер кто? Мы представляем такие прическу. Прическу называют... Не мне, пожалуйста. Мы представляем такую прическу. Называется «Песня солнца». С этой прической можно ходить куда угодно.
Можно просто для выхода, можно на какие-нибудь праздники, куда-нибудь на бал, куда угодно. А этот наряд называется Клеопатра. Сюда входит красивое платье. Прически. У нас прически. И прически. И прическа, которая тоже называется Клеопатра. Она напоминает принцесс, которые были раньше. И очень подходит к этому платью. Моя прическа называется «Аленький цветочек». Моя модель, одна модель моя называется Шахерезада. Прически, все, одна только прическа, а модель после. Давайте. Моя модель называется Шахерезада. Это восточная принцесса-красавица. Ваш ребенок может с ней ходить на бал и не сомневаться. А эта модель называется «Мальчик Бантик». Он, посмотрите на этого мальчика Бантика. С болота вылез. Ой, бочки. Гасит вообще. Я вообще этой моделью открываю коллекцию авангардных причесок молодежных лета 98. Посмотрите на необыкновенный цвет. Цвет зелени, цвет лета. Радость и солнце, которое приносит вам этот цвет, я думаю, и поднимет настроение. Следующая модель, пожалуйста. Мама не видела.